Основа процессов это 70, я бы сказал, или не 80, да, и фильтр. Новый сезон, ну не знаю, посмотрим, да, что зависит от того, что... Ваши друзья, сегодня на матче присутствуют действующие игроки Балтики. Открыто. Дима Яшин, наверное, один из условий идет, поэтому он подрастает, наверное, свой возраст еще забирает свой зуб в эту игру. То есть так спокойно играет. Ну, Александр Михайлович стоит, Игорь Геннадьевич Черевченко, такие два раза. Мне кажется, не очень в таком спешном ритме. Так, вне игры, положение вне игры. Но все равно. Слава Богу, что не попал даже в... Только бы не так, но ребята, вот друг. Таблица онлайн, пока Балтика была там, сыграли с Тамбовым, Армией. Около футбольной жизни. Ну и в какие тоже бывает такое, когда кто-то из корреспондентов я смотрел. Не точно, высокие ребята, выбили мяч. Наша золота! Сыграл, прострел в вратарстве, ну что ж, посмотрим, как будет. Никто даже на замену увидит. Гафар, вот сейчас, буквально низ, да, провел белую черту. 5-0.